Здравствуйте. Пришла очередная посылочка. Вот, давайте раскроем ее, посмотрим, что тут у нас. Вот так вот она запакована. В коробочке. Так, больше тут ничего нету. Это у нас лупа. Ну и как бы третья рука с лупой. Вот, давайте ее распакуем, посмотрим, что у них. В принципе, упаковочка небольшая, с ладошку. Вот, ну тяжеленькая такая. Сколько она тут? Она 350 грамм. Вот. Так, что мы тут видим? Все как бы в раскорячку. На шарнирах все. Вот. Давайте сейчас как-нибудь прикрутим. Так, держится в принципе устойчиво. Два крокодильчика тут. Вот. Хватать какие-нибудь микросхемы. Ну давайте на примере, я даже не знаю, сейчас что-нибудь возьму. На примере, допустим, вот модуля. Я с ним ковыряюсь, сейчас никак запустить не могу. Вот. То есть вот так вот мы подключили. Вот. Ну и легко взять паяльник. Например, ну паяльника под рукой нет. Ну давайте вот, допустим, паяльник, да. И легко паять, как бы все замечательно. Значит, но еще ж к нему идет лупа. Сейчас, давайте тут. Жесть, как это все крутится. Так. Так, вот такая вот лупа. То есть, в плане чего мы перевернем. Увеличивает, смотрите, в принципе, даже увеличивает очень даже хорошо. То есть видно, да? Например, хопа, сейчас я приближу. Видите, да? То есть изначально у нас вот какие. И увеличивает, в принципе, намного раз. Можно также проверить на какой-нибудь монетке, да? То есть взять ее. В принципе, все хорошо увеличивает. То есть видно монетный двор и все на свете. Так, я давно хотел заказать третью руку. В принципе, хотел научиться паять. Есть много всяких кит-наборов. Вот. И как раз решил вот третью руку заказать. И пробовать кит-наборы заказывать теперь и паять. Вот. Ну все. Собственно, мне больше про нее нечего рассказать. Я как бы ее передвинул, но тут слишком туго закручено. Надо плоскогубцами открутить. Вот, а плоскогубцев у меня под рукой нет. Вот так. Все. Собственно, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот, ссылочку на эту третью руку оставлю в описании. Вот, ну все, всего доброго. Всем пока.